Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Старший сын Олега Газманова Родион стал очередным звездным гостем шоу «Секрет на миллион». В эту субботу, 30 мая, в студии шоу «Секрет на миллион» на НТВ появятся звездные наследники, дочь телеведущего, шоумена Леонида Якубовича Варвара, сын певца Олега Газманова Родион, дочь певца Александра Серова Мишель, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, которого за обилие татуировок, в том числе на лице, называют в сети фриком, дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария. В откровенном разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой и дети именитых артистов дали понять, что на самом деле не такие счастливчики, как кажутся со стороны. Многим из них в детстве не хватало внимания занятых, поглощенных работой родителей. Многим из них хотелось, чтобы те были не на сцене, а с ними. Например, вопросы накопились и у старшего сына Олега Газманова Родиона. Со стороны кажется, что ему ни в чем упрекнуть отца. Знаменитый отец всегда уделял внимание мальчику. Более того, даже на сцену они выходили вместе. Кто не помнит хит Олега Газманова «Танцуй, пока молодой»? А как трогательно Родион исполнял песню про собаку Люси, фанаты до сих пор помнят, словно это было вчера. А между тем Родиону уже 38 лет, и до сих пор он не женат. Проблема, по всей видимости, коренится в детстве сына артиста. На шоу Родион признался, что готов расспросить Олега о разводе и том, почему тому не удалось сохранить семью. «Это объясняет, почему у меня нет семьи», — заявил Родион. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.